Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Мы находимся в разделе «Худее вместе». Прошло, я начал 30.01.2021, сейчас 1.05.2021 года. Начал я 106,2 килограмма. Сейчас мы узнаем, какой вес. Можно сказать, ровно 3 месяца прошло, взвешиваемся. Вес 91 килограмм и 700 грамм. Я здесь отмечаю. Вот, 92,6. Вес потихонечку снижается. Сейчас я запишу. Так, что хочу сказать. Наверное, сейчас вес уходит очень медленно. Я не буду снимать каждые 2 недели. Я буду выкладывать, значит, давайте я буду выкладывать последний день месяца. То есть 30-31 раз буду в месяц я это все дело выкладывать. Потому что сейчас, в принципе, что смотреть, уходит очень все медленно. Получается, округлим. Если я 92 килограмма, получается, я сбросил 14 килограмм уже ушло за 3 месяца. То есть, и давайте вкратце я отдельные ролики подробно сниму о моей диете, как я худел. Пару словах. Тяжело, я знаю, это очень тяжело. Каждый человек должен прийти сам к этому, что ему тяжело. Пока мы психологически не придем, что нам надо похудеть, это все будет бесполезно. То есть результат есть, и я худею. Что я для этого сделал? Это правильное питание. Конечно, тяжело, потому что когда ты всю жизнь ел все, что угодно, на ночь ел эти рулики, колбасы, сыры, лимонады пил бесконтрольно, это все. И когда ты начинаешь питаться правильно, организм просто обалдевает, ему очень тяжело, охота все эти запрещенные конфеты. Но это 2 месяца, только тяжело. Вот сейчас 3 месяца прошло, мне ни охота, ни конфеты, я равнодушен к ним. Ни конфеты, ни лимонады, ни жареные рулики, ни жареное мясо. Я ем гречку с отварной индейкой, мне это нормально. Ем фрукты, ем салаты из свежих овощей. То есть тяга вся пропадает, мы начинаем есть правильно. То есть каждый должен сам прийти к этому, что мне вот было лично тяжело. Я ходил 106 килограмм, мне было тяжело подниматься, тяжело ходить. Я уже чувствовал эту тяжесть. Далее, питание. Диета, опять же, поговорим в другом ролике. Я каждый с утра ем кашу геркулесовую всегда, постоянно. Ем по чуть-чуть, но побольше. После 6 я стараюсь не есть. То есть, бывали, конечно, проблемы. Когда вначале организм обалдел от этого всего, были и бессонницы, была и болела какая-то голова, какой-то стресс был. Самое главное, что нужно, что не нужно делать, я на своем опыте покажу в других роликах более подробно. Буду видео снимать. А так, конечно, прогресс есть. То есть все, дальше худею, видео теперь будет раз в месяц. У меня программа на год, потому что я обещал. И минимальные упражнения, не надо изнурять себя. Чтобы вы понимали, какие у меня бы упражнения, например, я покажу. Я до сих пор ничего не прибавлял, потому что не надо сразу. Потому что я работаю, чтобы не уставать. Приседания 15 раз, отжимания 15 раз, пресс... 3 подхода по 20. Все то же самое вечером. То есть не надо. И по чуть-чуть я буду прибавлять. Не надо сразу изнарять и много что-то делать. Я вам на примере покажу, что я как-то... Я думал, не поел один день, разгрузочный день. Думал, если я там не буду есть неделю, я быстро похудею. Но это будет очень вредно для здоровья. И так не делайте. И далее я тоже начал бегать, попробовать. Надел все вот теплый зимний комбинезон вот этот. Тоже начал бегать, мне что-то плохо стало немножко, я сразу это все снял и прекратил, потому что так делать нельзя, это очень вредно. Ну, подробные ролики смотрите отдельно. Итак, на сегодня все. Всем, кто понравилось, как всегда, подписываемся, ставим лайки. Всем пока!